Ну, кружочек. Кружочек получился не идеальным, но это кружочек. Вот, он держит форму, как вы видите, но если его с вами снова я, Ксюша, и сегодня хотела бы вам показать мои подарки на Новый год, что мне подарили. Итак, давайте начнем. Первый, один из самых моих любимых подарков, это вот такой мишка. Он очень мягкий, и это самый большой мишка, который вообще есть из всего, что у меня есть в комнате, из игрушек всех мягких. Он очень мягкий. Этот подарок был от Деда Мороза, то есть начнем с него, да? Следующая, это вот такая вот коробочка. И там находится тоже вот такой вот классный мишка. Это мыло. Он очень вкусно пахнет. И это, ну, это мыло с маслом миндаля и виноградной косточки. Оно очень вкусно пахнет. Дальше это вот такая вот бомбочка, которая пускает в ванну. Если кто-то впервые на моем канале, то я очень сильно люблю бомбочки. И это вот такой вот гель-пена. Она тоже очень прикольная. Вот так она выглядит сзади, вот спереди. Вот петуха. Кстати, поздравляю вас с Новым годом. Вот. И он пьет шампанское. Я не знаю, может, это слово. Следующий самый дорогой подарок, который подарил мне Дед Мороз, это вот такие вот часы, умные часы. Сейчас вам их покажу. Так. Вот так они выглядят. Тут сейчас можно менять главный экран. Вот это, тут несколько таких. То есть можно зайти в меню. Если подключиться по Bluetooth к телефону, можно слушать музыку. То есть отвечать на звонки, писать сообщения. Вот. Ну, очень прикольные, хочу вам сказать. Сейчас мы это все положим, и я вам расскажу дальше о моих подарках, потому что, как вы видите, тут их еще очень много. В комплекте, кстати, к этим часам идет еще зарядник, который очень удобный. Знаете, есть такие зарядники, которые идут как проход для наушников. Вот, это такие зарядки, они очень удобны, потому что очень есть малейшая вероятность, что у вас может быть, ну, сломаться что-нибудь. Вы, например, в темноте не можете куда-то втолкнуть. Вот это были подарки от Деда Мороза. Следующие подарки я вам покажу от моей Лёли, тёти. Как-то так. И моего дяди. Значит, это вот такой банчен. Это похоже на колючки и липучки. В наборе идет на самом деле очень много вот таких колючек и липучек. Тут можно создавать всякие разные фигурки. Вот еще. Есть такой мини-набор, называется веселые колючки и липучки. А это банчес. Это большой набор. Так. Я уже сделала 3 таких зверюшки. Хочу сказать, вот на 3 зверюшки вам максимум хватит. То есть это у меня очень большая змейка. Вы ее увидите в конце видео. И 2 еще прикольного чувака. Можно так сказать. Следующий подарок. Это от моего брата. Так, где он? Значит, перпа — это такой вот зверек прикольный. Это пушистик Пайла. Сейчас вам покажу несколько с ним фокусов. В комплекте идет такая леска, которая очень прикольная. Возможно, 5 января, именно 5-го, выйдет видео про вот этого зверька,
потому что 3 января у меня выходит челлендж, кто еще не знает, выходит челлендж 100 слоев носков на ногах. Так, значит, с ним можно сделать вот такие вот классные штучки, леску вам не видно. Ну, короче, это очень прикольный такой червячок, можно так сказать. Вот. Эта шкатулка, кстати, мне подарила ее мама с папой подарили. Вот. Так, это не с ним в комплекте шла, нет, вы не подумайте. И следующий подарок был это... Ну, вот такой, можно сказать, миньон, он, короче, вот так делает. Уже отработался, мам. Он уже отработался, классно вообще. Ну, то есть, нам досталось это... Ну, то есть, вот так вот оно взлетит, но есть одна проблемка, короче... Тут в комплекте должен быть был пульт управления, с которым он спускается. Я попробовала, и, в общем, конечно, он от руки, да, то есть от руки он только поднимается, а спускается он с помощью пульта, которого не было в комплекте. Ну и в итоге, что было ожидать, он врезался в потолок, чуть ли не продырявил его, вот, это был натяжной потолок, вот, и потом он упал просто на стол, и... Я очень сильно испугалась, потому что теперь я его боюсь вообще даже трогать и включать. Я не знаю, что будет дальше, но мне реально было очень-очень страшно. А следующий подарок, это идет тоже от моих родителей, то есть мам, папа, да. Это вот такой вот классный пластилинопесок. Я вам покажу его свойства. Он очень классный, я вам реально говорю. Он великолепный просто. Я с ним, наверное, вчера играла просто целый день. Он был... Ну, вы поняли, да? Значит, это вот такой пластилин. Это обычный пластилин. Вот он, вы видите. Но если его вот так растянуть... Короче, это вот такой песок вместе с чем-то тянущимся. Он держит форму фигурки, например, ну давайте, что я сплету. Ну, кружочек. Кружочек получился не идеальным, но это кружочек. Вот, он держит форму, как вы видите, но если его растянуть... Но если его растянуть, то вот, вы видите... Короче, он очень классный. Тут также в комплекте шли всякие приборы, с помощью которых можно лепить. Но я вам их показывать пока что не буду. Сейчас мы это опять все сложим. И вам покажу вам для меня, ну это лично для меня, не знаю, может кто-нибудь собрал, сделал, выполнил задание. Это была такой очень сложная штука, была. Она нереально просто сложная, я хотела еще сложнее, но это просто было нереально, ребят. Нереально, смотрите. А кто не знает, это такой шар, который надо крутить и попадать всякие штуки-дрюки, и там просто очень мега сложно, я не могу это выполнить. Так, сейчас мы сюда это все сложим и покажу следующие подарки от моих родителей. Просто нереально сложно. Так, следующие подарки. А, кстати, ну ладно, потом скажу. О, это вот такой вообще... Это... Мне эта упаковка понравилась больше всего. Если быть честной, она была самой такой классной, зажигательной, крутой. Значит, так. Это вот такие два миленьких, короче, зайка и медвежонок. Это декоративные штуки, которые можно клеить. А если кто-нибудь замечал, у меня на... Где кровати, там стена. Я была маленькая, и там было...
Там у меня сейчас заклеено всякими, ну, Винксами и Monster High. Поэтому мама с папой мне подарили вот такие прикольные штуки, я вам покажу дальше, вон они там, которые можно будет украсить кровать. И как мне это... Мне просто страшно за елку. Значит, первое, это вот такие вот стрекозы, которые очень прикольные. Тут есть еще всякие такие наборы, бабочки. Ну, еще другие стрекозы. В общем, прикольная штука. И такие же, только уже другие. Ну, тоже прикреплять. Это вот такие наклейки декоративные, светящиеся в темноте, да, они светятся в темноте, то есть у меня будут светящиеся бабочки. Я давно такие хотела. Так, следующие подарки, это вот такие палочки. У меня тут на столе лежит одна такая палочка. Значит, вот такая палочка, она все еще светится, если ее... потрясти. То есть, если я сейчас закрою глаза, она будет светиться. Светится она очень классно. Жалко, что я вам не смогу показать, как она светится. Значит, вот такой вот браслет. В наборе шли четыре такие палочки. Это там просто три осталось. И четыре вот такие штучки, чтобы можно было делать всякие там браслеты, обручи, кольца. Знаете, что еще тут? Знаете, самое странное, вот смотрите, на упаковке тут показано мега просто большой обруч, он примерно вот такой, да, то есть он даже на шею вмещается. Это, знаете, ожидание и реальность. Прикол. Ну, вообще, на самом деле, я хочу вам сказать, сделать такого можно очень просто. Короче, вы берете вторую такую палочку, прикрепляете к этой штуке, и у вас получится вот это. Ну, а здесь вообще ничем не скреплено, то есть это просто такой обруч. Я думала, там будут какие-то обручи просто вот так тут сжаты, и все. Я не знаю, разноцветное это, не разноцветное. Но тут показано разноцветное, значит, должно быть разноцветное. Хотя, вы знаете, по рекламам как показывают на упаковку, что показывают разноцветное, у тебя вот попадаются такие маленькие палочки, и они все желтые. Логично. Вообще, мои ожидания были другие насчет этих палочек. Ну, ой, короче, как-то так. Следующий, последний подарок от моих родителей. Это Дженга. Очень-очень классная штука. Она вот такая разноцветная. Я думала, будет с циферками, но она разноцветная. И что очень-очень-очень это классно.